Надеюсь, вам понравится это приключение. Карло проводит вас к столику. Идем. Идите, маэстро. Прошу вас положить правую руку на мое плечо, а ваш друг пусть положит руку на ваше. Вот так? Спасибо. Осторожно, ступеньки, и приготовьтесь. Там полная темнота. Итак, джентльмены, если не возражаете, я посажу вас с двумя юными леди. Нет, нет, предложение просто улетное. Господи, у вас такой веселый голос. А я весельчак и симпатяга. Ой, тут кто-то есть? Простите, здрасте. Привет, я Мэри. А я Тим. Кстати, мою маму тоже зовут Мэри. Да? А ей подходит это имя? Вроде бы. Хотя она такая железная, так что, возможно, Маргарет подошла бы лучше. Понятно. Ой, что-то тронуло меня за локоть. Это точно не я. О, боже, тогда это просто жуть. Если не ты, то кто? Ну и не я, потому что я трогал кое-что другое. Да, потрогал и хватит. Спасибо. Прости. Ну, девушки, признавайтесь, кто из вас двоих красивее? Конечно, да, я. Она. Чудненько. А я вылитая Кейт Мосс. Честно? Нет, если честно, то я похожа на белку. Тебе нравится Кейт Мосс? Я ее просто обожаю. Сегодня даже чуть не надела платье от нее. А ты? Нет, платье от Кейт Мосс мне совершенно не идет. Поверить не могу, у тебя тоже день рождения на следующей неделе. Твой друг Джей такой заводной. Я его просто ненавижу. А Джоанна кто? Между нами она проститутка. По-моему, это земляничный мусс. Хочешь попробовать? Ладно. Хорошо, а где твой рот? Ну, он... Вот здесь. Здесь? Господи боже, что это? Это мой глаз. И, похоже, теперь его украсила масса земляничного мусса. Прости, пожалуйста. Ну что ты, спасибо, ты подарил мне новое ощущение. Ну что ж, может, мы с тобой еще увидимся, а? Да, да, конечно. Здорово. Но страшно. Да, страшновато. Господи, я боюсь и мечтать. А у тебя что? Не знаю, но голос у нее божественный. Джоанна? Джей! Боже, да ты красотка! А что, если мы слегка продлим вечер? Этого лузера я могу сплавить. Слушай, мы убегаем, но если поймаешь нам тачку, дам тебе свой телефончик. Да запросто. А может быть и нет. Я пока не решила, так что... Черт, лысого ему, а не телефончик. Ты? Привет.